Ситуацию в Сирии сегодня обсудили Владимир Путин и Барак Обама. Президенты пообщались по телефону. Разговор состоялся по инициативе Белого дома. Главы государств договорились поддерживать усилия по прекращению огня и налаживать диалог между участниками конфликта. Речь зашла и о сотрудничестве на уровне министерств обороны России и США. Владимир Путин подчеркнул, что позволит создать единый фронт борьбы с терроризмом.